На кого покушались больше всех в Российской империи? Первым покушение на Александра II совершил представитель дворянской семьи Дмитрий Каракозов. Он выстрелил в императора у ворот Летнего сада, но промахнулся. После этого происшествия на жизнь Александра II покушались еще несколько раз. Смертельным для него оказалось нападение народовольцев Николая Рысакова и Игнатия Гриневицкого. Первый бросил бомбу в императорскую карету, а второй — в самого государя. Александр II и Гриневицкий погибли от ран.